Мы знакомы с Аллой Боссард лет, наверное, 20. Все это время я знаю ее как очень талантливого журналиста, хорошего поэта и очень хорошего человека. Надо сказать, что мне в моей собственной журналистской судьбе она пару раз давала кое-какие даже наводки. Я очень хорошо помню ее статью после трагических событий в Беслане. Я очень хорошо знаю ее, с одной стороны, расхристанный, а с другой стороны, очень точный стиль. И черт знает, сколько лет назад написанная заметка про «обломи лося» до сих пор мне помнится. Я очень надеюсь, что с помощью «Планеты» сборник ее публицистики выйдет. И мне кажется, что вам, дорогие читатели, имеет полный смысл голосовать рублем за автора Аллу Боссард.